зовут Лысенок Евгений, я директор сети Viking Touristics. Специально для вас сейчас нахожусь в Турции, регион у нас Кушадасы. Это первые поездки после коронавируса. Отель, который мы с вами будем инспектировать, Osium Sea Light Resort, находится он в Кушадасах. Пойдемте, посмотрим его. Обычно с ресепшена. Это подъезд к ресепшену. Видите, здесь рядом находится частный сектор. Входим в лобби. Отели только сейчас начинают запускаться, поэтому в некоторых отелях может быть, что и туристов нету, и заполняемость пару человек всего лишь. Автобусик Якобс. Прикольно. А, закрыт, не залезешь. Как я и говорил, пусто, людей нету еще. Поехали. Ванная комната, плитка на входе. Здесь у нас душ, душ обычный, тропического душа нету. Вот смотрите сами, чисто, аккуратно, плиточка аккуратненькая. Фен, как обычно, маленький. Вот он. Конечно же, набор косметики. Друзья, если вам понравился данный материал, вы можете меня поблагодарить. Это сделать очень легко. Снизу кнопочка «Подписаться». Также вы можете рассказать своим друзьям, знакомым, порекомендовать наш канал, чтобы они тоже подписались. Это будет самое лучшее ваше спасибо для меня. Я смогу развивать дальше свой канал. Также, если у вас есть какие-то идеи, предложения, отзывы об этом отеле, в котором я сейчас нахожусь, или о других отелях, пишите прямо под отелями в комментариях. Я буду вам за это очень признателен. Это будет полезно как туристам, которые планируют ехать в этот отель, так и мне. Спасибо вам за то, что смотрите меня. Сейф. 80% покороны. Тапочки. Значит, здесь у нас две большие кровати, покрытие ламинат, есть диван еще дополнительный. Вот это вот просто перегородки, они не закрываются. Телевизор у нас LCD. Вот здесь он в закутке, напротив дивана, чайный уголок. Тут же есть и холодильник. На обратном пути вам его покажу. Балкон средний. Он вот такой, смотрите. Кондиционер здесь индивидуальный в номере. Судя по тому, что здесь стоит генератор холода. И вид у вас на море. И на лес. У них 80% номеров с видом на море, как они сказали. Ну, давайте еще разок посмотрим с другого ракурса все это дело. Хотите на отдых? Друзья, я вас приглашаю посетить или этот отель, или любые другие отели. Вы можете воспользоваться или самостоятельно нашей системой онлайн-поиска payviking.by. Там вы можете самостоятельно подобрать отдых, который вы хотите, самостоятельно оплатить его. Если же вы хотите, чтобы мы помогли вам, у нас есть сайт viking.by. Заходите в раздел «Контакты», пишите, мы вам поможем организовать отдых вашей мечты. Спасибо! Вот он наш холодильник. Ага, не угадал. Холодильник не здесь. Кондиционер. Ну, все, пойдемте. В коридоре у нас ковровое покрытие, ковролин. Так, 26-28, тип номера для молодожен. Отдельный тип. Входим, у нас здесь ламинат. Сейф. Тапочки вижу. Халатов нету. И смотрим, что же у нас здесь такое есть. Ага, все понятно, почему все так улыбались. Вот какая кровать здесь вас ждет. Интересно. И потолок.
Также есть зеркало на всю стену. Кресло такое удобное. Вот сидит телевизор, чайный уголок. Холодильник. Опа! И что у нас в мини-баре? Вот, посмотрели, идем дальше. Господи. О, какой балкон большой. Балкон больше в раза три. О, дверь хлопнула. Кондиционер у них тоже индивидуальный. Вид прямой на море, на территорию, на бассейн. Еще разок смотрим. Все в красном цвете, даже двери с красной полоской. Кондиционер, как вы видите, индивидуальный. Ванная комната. Что же у нас здесь? Чем они нас порадуют? Молодцы, джакузи. Душ. Джакузи совсем маленькая, правда, чтобы вы понимали. Душ. И фен средних размеров. 16.05, тип номера стандарт. На входе у нас плитка. Заходим с вами в ванную комнату. Так, все в плиточке, все чисто, аккуратно. Душ обычный. Тропического душа нету. Ванны тоже, как видите, здесь нету. Фен. Фен маленький. Сейф тапочки. В номере маленький LCD-телевизор, чайный уголок, две отдельные маленькие кровати. Покрытие здесь ламинат дальше идет. Раскладное кресло. Балкон. Идем с вами на балкон. Тип номера Deluxe. У нас здесь ковролин, ковровое покрытие. Заходим. Одна большая кровать. Здесь у вас сразу с панорамным окном джакузи. Номер находится сразу с видом на море, на первой береговой линии. LCD-телевизор, чайный. Тут кофейный уголок уже уйдет. Холодильник. Посмотрим, чем же отличается делюксовский бар. Я думаю, вы сами видите, пиво, напитков больше. Всего немножечко побольше. Есть уже халаты. Сейф современный. И сейчас мы с вами выйдем на балкон, посмотрим, что у нас на балконе. Опа! Большой балкон. Два кресла, столик. Ага, у них тоже есть номера с видом и с выходом сразу из номера в бассейн. Сейчас с этого ракурса, может быть, территорию лучше покажу вам. Заходим. Опа! Посмотрим ванную комнату еще. Плиточка, все аккуратно. Здесь у нас есть ванна. Опа, вот душ. И, соответственно, ванна. Вышли мы с вами на территорию отеля. Поснимаем сейчас уже с земли, а не с воздуха. Хочу посмотреть Kids Club, что у них здесь. Сейчас Kids Club по резервации предварительной, поэтому хотите туда попасть, приходите, записываетесь. Судя по всему, у них есть еще такой тип номера, как какой-нибудь президентский. Сейчас я загляну туда.
двухэтажный со своим бассейном. И туда попасть нельзя, здесь живой забор из растений. Снэк-бар возле бассейна. Теннисный корт, волейбольная площадка находится возле пляжа. Вот они. Видите, футбольное поле. И там же находится рядышком детская площадка, водные горки. Детский аквапарк. Пляж находится вот где-то там. Попробуем до него добраться. Спускаемся с вами. Здесь сразу есть амфитеатр. У них территория расположена грамотно. То есть вы идете и проходите все зоны. Аквапарк, бассейн, амфитеатр. И вот мы идем дальше с вами на пляж. Долго до моря тут спускаться. Зона для занятия спортом на свежем воздухе, видите, огорожена, закрыта. И вот он, спуск к морю. Посмотрите, какая вода. Красивая. Приличный спуск к морю. Не для всех. Если здесь будут ходить машинки, возить к морю, то, в принципе, хорошо. Если не будут, если у вас есть проблемы с суставами или вы не хотите ходить, то этот отель вам однозначно не подходит. Идем мы с вами дальше. Здесь у нас еще один снэк-бар. Сейчас он пока не работает, потому что отель еще не запустился. Так, вот там я вижу тропинку. Скорее всего, это и есть к пляжу. Там все прокрашено. Как вы видите, шезлонги здесь установлены. И вот уже спуск на пляж. Там песок, песчаный, бухта. И видите, с этой стороны здесь тоже есть шезлонги, зонтики. Вот мы добрались с вами до пляжа. Вход песчаный, пологий. Для детей здесь будет комфортно. Единственное, это очень долго спускаться сюда. Подъем. Чтобы подняться, можно ли кругами идти или по ступенькам. Сейчас посчитаем, сколько их здесь. Через 63 ступеньки есть скамейка, чтобы можно было отдохнуть. Работает с 12:30 до 17:00. Полдороги мы прошли, полдороги осталось, тяжело. Хорошо ли вам, девицы? Хорошо? Встали, да? Ой, красиво, очень любуемся видом просто. Да-да, так я вам поверил. Фу. Еще 30 ступеней пройдено. Люди начали валиться с ног. Еще есть аквапарк. Я как-то пропустил этот момент. Там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 город. Ступени. Вот, мы это сделали. Когда вы поднялись, вас встречают здесь а-ля-карт рестораны. Если захотите, конечно. Аквапарк. Попробую подойти немножко поближе. Показать вам получше его.
интересно стилизован ресторан. Деревья вас встречают. Судя по всему, здесь делают гриль. Что-то на углях. Цветы вверх ногами. Интересно. Круто. Еще раз аквапарк. Немного с другого ракурса вам покажу. Вот эта горка, конечно, когда там вылетаешь вверх, а там обрыв. Очень весело. Рекомендую. И ух, и поехали. Продолжаем наше путешествие по территории отеля. Переходим на территорию другого отеля. Это у нас, судя по всему, уже другой отель, четверка. Сейчас я уточню. Мы были сейчас с вами в этом отеле, и мы перешли через дорогу в другой. Я говорил, что частный сектор, оказывается, не частный сектор, это их отель. Трехэтажные бунгало. Друзья, спасибо за ваш просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайся. Здесь снизу есть большая кнопочка, нажимайте на нее. Приглашайте ваших знакомых, друзей, просите их тоже подписаться. Я буду вам очень признателен. Это помогает мне развивать данный канал. Ваша подписка, ваши комментарии, ваши отзывы дают возможность сделать канал этот лучше. Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь, обращайтесь. Мы с удовольствием организуем вам поездку в любую страну мира. Мы занимаемся этим профессионально уже больше 10 лет. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска на сайте pay.viking.by. Там можно самостоятельно подобрать тот отдых, который вы хотите, и оплатить безналичным путем, не приходя даже к нам в офис. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень-очень актуально. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня.